Мур, привет, друзья, это Зверько. Меня уже целый год мучают просьбами сделать гайд на Карину. Почему так долго? Потому что она мне не нравится. Но еще больше мне не нравится, как стали за нее играть на протяжении последних двух сезонов. Люди берут ее как добивалку, сами в бою не участвуют, а только воруют фраги у союзников. Отличные убийцы, что тут сказать? Очнитесь, даже танки могут играть в добивание, не говоря уже о других классах. Так как же играть на ней нормально? Начнем с навыков. Первый навык – неуловимая. На 3 секунды Карина получает ускорение бега на 35% и неуязвимость для автоатак. Следующая ее базовая атака замедлит противника и нанесет критический магический урон. Убийство или помощь в убийстве сократит КД навыка на 60%, если он в настоящий момент в КД. Это самый часто используемый навык. Перемещаемся, догоняем, либо отступаем с его помощью. Максим в первую очередь. Второй навык – танец смерти. Тут все еще проще. Карина наносит магический урон вокруг себя. Убийство или помощь также сократит КД навыка на 60%. Отличительная черта этого навыка – удар наносится даже на бегу. То есть можно бежать, нажав первый навык, прожать второй и только после этого нанести удар с руки. Ульта, полет тени, основа Карины. Она прыгает к противнику, нанося мощный урон. И если противник помрет от этого навыка, то он перезарядится моментально. Если вы лишь оказали им помощь, то сократит КД на 80%. Банальная добивалка. О применении этого навыка знают даже младенцы. Подводных камней тут нет. Пассивка, комбо-удар. Каждая третья атака, неважно с руки или навыком, нанесенная по цели, даст дополнительный чистый урон в размере 10% от потерянных хп цели. А вот это выгодно отличает Карину от других убийц, ей проще убивать бойцов и танков с помощью этого навыка. К слову об изменении пассивки Тигрила. Если он даже и игнорит урон, нанесенный с руки, то ни наложение пассивки Карины, ни ее срабатывание он не игнорит. Да, в навыках явно отслеживается уклон в убийство и добивание, но если чуть пошевелить мозгами и посмотреть на урон, можно догадаться, что Карина вполне способна убивать тонкого противника за комбинацию считанные секунды. Эмблемы можно взять на убийцу с первым перком, но я предпочитаю на мага со вторым перком, поскольку он будет срабатывать на каждой нашей комбинации. Способности берем вспышку либо спринт, кому что нравится. Тактика. По поводу леса. Баф и Карину давным-давно изменили, а истеричек, что носится по лесу с криками «Баф или АФК?» не изменили. Наверное, даже эволюция не изменит. Карина прекрасно играет и без бафа. В сборке есть коса, которая регенерирует ману, можно еще и обувь демона надеть. Но большого смысла в этом нет. 3 секунды ускорения Карины и низкая манозатратность навыков позволяют достаточно редко возвращаться на базу за маной. Обычные комбинации навыков. Активируем первый навык, на бегу бьем противника вторым навыком, потом с руки, потом ульта. Далее по обстоятельствам. Редко кто с неполным хп переживает даже столь короткую комбинацию. Либо активируем первый навык, подбегаем к противнику, наносим удар, второй навык, удар, ульта, удар. Или другой вариант, с прыжком к противнику из-за препятствия. Начинается с ульты, удар рукой, второй навык, удар и догоняем первым навыком. Один на один Карина достаточно сильна и проста в применении. В массовом бою вам надо подождать лишь, пока противник откинет первый контроль и, выбрав цель по иконке противника, забивать самых ослабевших, как лесной волк. К вопросу по поводу леса. Лес сейчас не дает опыта столько, чтобы соперничать с фармом на линии, поэтому лесные предметы смысла брать я не вижу. После получения второго навыка мы можем и без них его неплохо забирать. Благо пассивка срабатывает в полной мере и на лесных мобах. Поэтому Карина очень быстро забирает ту же черепаху. Стандартный фарм сейчас – это зачистка волны, малый лесной моб, зачистка волны, бафовый моб. Сборка. Магические сапоги. КД нам все-таки нужно, чтобы как можно чаще выдавать комбинацию. Кособедствие. Недавно вышло видео в ML Фактах, там все о ее полезности. Концентрированная энергия. Карине, как ближнику, нужна выживаемость и отхил, иначе она быстренько склеится от ответных ударов.
священный кристалл, жезл молнии, кровавые крылья. Все вот это увеличит наш урон в комбинации. Плюс к этому будет эмблема поджигать врагов. Для формирования своей сборки интересуйтесь ML-фактами на канале. Надеюсь, гайд вам поможет. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!